эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте. В копилку навыков современных роботов теперь добавилось и нанесение татуировок. Аппарат, который без труда наколет киску, купола или же что-то другое, представили французские инженеры. В основе работы робота лежит технология трехмерного сканирования. Перед нанесением татуировки устройство сканирует необходимую часть тела, затем при помощи соответствующего программного обеспечения создается макет рисунка, и уже по готовому эскизу робот бьет тату заказчику. Правда, даже сами разработчики не до конца доверяют своему детищу. По их словам, за роботом надо постоянно следить и проверять, правильно ли он понял поставленную задачу и не ошибся ли с местом татуировки. А то он рисует не там, где надо вдруг. Еще один важный момент – фиксация части тела во время работы. На видео можно заметить, что нога заказчика зафиксирована, чтобы полностью исключить возможные движения. Судя по результатам, у машины получается неплохо. В дальнейшем разработчики обещают довести робота до совершенства. Тем временем японская компания Taito, выпускающая видеоигры, объявила о разработке симулятора, который придется по душе всем поклонникам железных дорог. Инженеры представили кабину электровоз. События приурочили к 20-летию игры Densho The Go. Это симулятор поездов, разработчиком которого и является компания Taito. Внутри автомата установлены 4 дисплея. 3 из них выполняют роль переднего и боковых окон, а 4-й дисплей служит приборной панелью. Также на месте все традиционные рычаги, тумблеры и кнопки. Доделать и выпустить кабину обещают к весне следующего года. После выхода игроки получат возможность прокатиться по линии Яманоте, находящейся в Токио. Позднее, как сообщают разработчики и издатель, симулятор обзаведется и другими железнодорожными ветками. Но, к сожалению, вероятность того, что игровой автомат пойдет в серию и появится где-то еще, кроме Японии, очень мала. И в завершении выпуска рубрика «Видео». Компания SpaceX опубликовала в своем YouTube-аккаунте невероятно красивое видео с участием собственных ракет Falcon 9, моменты старта и входа в атмосферу. Запуски аппаратов из ролика проходили в декабре и мае этого года. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.